На следующей неделе в Красноярске откроется первый круглосуточный центр амбулаторной КТ-диагностики для пациентов с подозрением на коронавирус. Работать с клиентами будут терапевты, пульмонологи, медсестры и специалисты лаборатории. За день врачи проводят по 40 исследований. В центр можно будет попасть через районные поликлиники после приема у терапевта. Или если вы лечитесь на дому, но вам стало хуже. В отделении врачи возьмут все нужные анализы и сделают компьютерную томографию. Обследование покажет, если поражение легких. Нужно понимать, что 80% пациентов это или малосимптомное течение, или легкое течение заболевания. 20% это тяжелая форма. Вот эти 20% тяжелых форм, они нуждаются в стационарном лечении. Но для того, чтобы понять, кто может лечиться дома, необходимо провести диагностику. Самое главное сейчас – это КТ-диагностика, которая позволяет достаточно рано увидеть изменения в легких, которые характерны для вирусной пневмонии. Наша задача – это исключить у пациента вирусную пневмонию. Если есть показания, мы будем определять дальнейшую маршрутизацию пациента. Это либо направление на госпитализацию для лечения в круглосуточном стационаре, либо направление на амбулаторное лечение для самоизоляции пациента на дому и лечения в домашних условиях.